АБВГИК. А это Акбар. Готовы? Да. Хорошо, голубой урожай, сцена 97, дубль 1. Это засада. Хорошо, дубль 2. Да ловко. Дубль 7. Мои попавшие в засаду. Да ладно, чувак. Эх, это не по тексту. Да, но так лучше. Дубль 15. Это мины-ловушки. Мины. Неужели ты прославил опору? Дубль 26. Это... Правильно. Все, с меня хватит. Вы вообще читали сценарий? Большую часть. Два простых слова. Но некоторые из них. Это ловушка. Это ловушка. И все. Я не должен был говорить это. Я читал слова Чубаки. Я должен был получить эту роль. Чубака получает все хорошие эпизоды. Прибил его. Может кто-то еще сказать по тексту в этом эпизоде? Пожалуйста. Он явно не справится с этой задачей. Отвали, генерал, странная борода. Я буду в своем трейлере. В трейлер? Но ты марионетка. Кто-то даст мне сигарету. Это ловушка. Возьмите эту рыбу. Эй, генерал Мадина, тетя Беру вызывает. Она хочет прическу назад. Привет, я Отис Фрэмптон. Последние несколько лет я был одним из художников фонов и символов Хише. Теперь я делаю свои собственные мультфильмы на канале Хише, основанные на моей серии иллюстраций под названием АБВГИК. Я знаю, что это немного длинно. Не стесняйтесь называть его просто ГИК. ГИК будет в основном по алфавиту. Для тех, кто любит Звездные войны, скажи эту фразу. Нет. Властелин колец, Б это Балрог, Светлячок и многое другое. Некоторые эпизоды ГИКа будут основываться на существующих иллюстрациях из этой серии. Другие будут совершенно новыми. Следующие эпизоды уже не за горами. Некоторые из них будут удивительными. Тем временем вы можете посмотреть серии Хише, нажав на эти ссылки. Не нажимайте на эти ссылки. Это ловушка. Ну конечно, теперь вы это говорите.